мудака. В этом ресторане было очень людно. Мы опорожнились, захотелось на пигмак. Вдруг смотрю, у Рональда веселого Макдональда в штанах размером с крейсер красуется стояк. Видимо, заметил, что я его спалила. Весь такой задергался и мимику напряг. Я его на кофе в гости пригласила. Говорю, заваливай, и будет у нас пак. Вечером Макдональд был в моей гостиной. Пили самогон, мы водку и коньяк. А когда ебались, сиськами жонглировал и качал припрыжку строго на пимак. Своим веселым хуем и номером слепаком.